Вот уже неделя, как я работаю в Окадзаки, лучшем ресторане Казахстана. Я уже все про всех знаю. Это наш су-шеф, Большой Педан. Это Костя, наш бармен и мой новый друг. Груз принял. Интересно, что при такой внешности у него ничего не получается с девчонками. Это повар Сеня, большой специалист по овощам. Таких дураков еще надо поискать, но без них на кухне было бы не так весело. А это официантка Настя. Она вегетарианка. И порой ей приходится нелегко. Нежнейшая каре шестимесячного ягненка, который, наверное, сосал молоко матери в тот момент, когда его убили и зажарили. Приятного аппетита! А это симпатичная девушка, Вика. Вернее, Виктория Сергеевна, арт-директор нашего ресторана. Да, в наших отношениях есть некоторая недосказанность. А это наш шеф. На первый взгляд, это человек, который ненавидит все и всех вокруг. Ну и какой инвалид нарезал перец соломкой? На самом деле, так оно и есть. Думаю, у меня получится вписаться в эту команду. У меня только макароны. А почему ты мясо не кушаешь, Тян? А я вегетарианка. Да ты чё? Вегетарианка? А я-то думала, ты русская. Вегетарианцы – это люди, которые мясо не едят. Значит, я тоже была вегетарианкой 90-е годы. Денег не было, одну картошку ела. Я вообще мясо не ем. Просто я считаю недопустимым убивать животных ради еды. Вот это наверняка была милая коровка, у которой был любимый теленок. Они паслись на лугу, любили друг друга. Потом пришли люди, перерезали ей горло и из ее тельца напекли вот таких вот сочных котлет. А бедного маленького теленка они вообще целиком на вертеле запекли. Ой, бай, ты так вкусно рассказываешь.